Вон он, правее. Я его до Москвы в случае чего-то везу. Подвезешь. Мы находимся в китайском супермаркете, называется 7-Eleven. Треугольники. Офигительные треугольники. Это расположена их пресса. Или глянцевые журналы. Все как у нас, только, соответственно, на инородном языке. Местный европеец, который говорит на русском языке. Я не знаю, пап. Давай мне. А давай что вот это вот за мясо? Это какой напарник? Так, мы находимся в местном китайском ресторанчике. Называется бизнес ланч. Сюда все. Ресторанчик, да. Сюда все ходят пообедать. Но у них такие вот ресторанчики. Не то, что, конечно, отсюда, но вот это вот ананасы. Ананас прямо в кисло-сладком соусе. Вам видно? Очень вкусно. Кому вы будете показывать это кино? Всем. Телезрителей много. Вся страна будет смотреть. Мне понравился этот вот. Кушать, говорят. Да, тофа? Да, ничего такое. Воздушно, непонятно что, какой-то киселек. Ананасы, бананасы. Находимся возле Тайпэй 101. Самая высокая башня в Азии, 101 этаж. Сейчас уже не самая высокая. Уже не самая? Уже. А какая самая высокая? Ну сейчас еще где-то построили. Еще выше. Но все равно здание колоссальное, очень гигантское, здоровое, красивое, стеклянное, все кругом. Скажи, пожалуйста. Офисы. И первые 5 этажей это торговые центры. Шоппинг. Сейчас мы в него зайдем, да? Да. После чего? Чего? Ну, когда теплее будет, или сейчас уж подняться? А, ты вечером они светятся. Кто? Да, уж пейзажи здесь просто удивительные. А воробьи такие же, как везде.
Здесь, наверное, белка в норме. Хотя у нас тоже бегают. Вон дерево какое. Что это он? Не знаю, блины нужны, Дим? Давай. Да. Местный кондитерский. Здесь, кондитерская. Здесь в обед много выбора. Бойфренд приехал, типа, бойфренд Лёхи, что ли? I have you. Она их, может, вот эти бесплатно отдать. More? One? One. Okay.
Хватит тебе еще на одну бутылку. Дадим ему себе Я не стыдно. А ну что, нормально? Они тебя поняли, что ты не хотел? Мам, я, блин, тут русским парикмахером объяснить не могу, что я хочу. Они, я журнал перестала, но да, очень мне понравилось. Не хорошо журнал. Парикмахерский, шикарный. Мне просто каскад сделать. Кофе могут предложить бесплатно. Не, ну он хорошо мне кажется. Ну не это, да, Лёш? Ты не про эту говоришь, парикмахерскую? Нет, здесь вроде не будет, кофе? Просто не поняла. Может, я предложу бесплатно. Массаж делаю. Да, это как смотрела передачу про этих, про... Не, не финских, а... То ли шведских, то ли каких-то там бомжей, и что типа бомж приходит, у них там социальные деньги, его там стригут, потом, значит, ему там девочки делают педикюр, дают ему новые носочки и так далее. Да, там вообще такой стиль. Все это бесплатно, это все для нищих. Я думаю, блин, приходишь, это стрельная киска, там нищих. Ты спать не хочешь пойти? Ты не прогоняй? Нет, просто спать. Не хочешь написать Костя? Я говорю, в спа. А, спа. Хочу. Я тоже послышалась, ты не хочешь спать пойти? Я хочу. Хочешь? Я ни разу. Я два раза. Один раз в Камбодже. А что там, просто делают массаж, да? Да. Выбираешь крем. Ну как тебе понравилось? Ну так. Выбираешь крем, какой хочешь. Ну, каким крем хочешь пахнуть? Я поняла. Вот, видишь, шуманду? Ага. Так, а куда шлёпки унесли все домашние? Ну, там. Где развалились, там и стоят. Мы находимся возле станции метро, возле входа. Станция метро Даан, тайпейского метрополитена. Для того, чтобы купить здесь проходку, нам нужно подойти вот к такому автомату и выбрать станцию, с которой мы собираемся уехать. И на которую собираемся попасть. Все станции пронумерованы номерками. Ну, то есть мы выбираем номер, откуда мы уезжаем и куда приезжаем. Попадем в бабло, и нам дают жетончик. Давай, Наташа, сделай это. Мы находимся на Taipei City Hall, то есть 20. 100 рублей. Вот, деньги чувак забрал. Такой вот здесь тайпейский жетончик. Мы идем к турникетам, и здесь тайпейское метро. Такое ты должен сначала прислонить монетку. Да. Черт побери. Оп.
А на обратном, то есть когда ты доедешь до конечной станции, ты будешь должен эту монетку бросить. И мы должны... А, так. Нам надо, блин, определиться, в какую сторону мы едем-то. Да, мы сюда едем. Вот, а. Правильно? Да. Сюда. Здесь у них, значит, даже все нарисовано. Кто как идет, кто как стоит. Никто не ломится вперед. И так далее. Да, как у нас в Москве. Так, теперь мы берем нашу монетку и бросаем ее дырочкой. Ну, и погнал. Возле мемориала Чай Канши. Это основатель Республики Тайвань. Его выгнали из Китая много лет назад. Он приехал на этот остров, собрал здесь всех своих соратников и вывез золото Китая. Обосновал здесь вот такую вот колонию, которая после прошествия какого-то времени превратилась в Тайвань. И вот здесь они как бы сформировали ему такой парк, как памятник архитектуры, и поставили ему статую вот там. Мы туда сейчас пойдем поближе, посмотрим, как он выглядел. Сейчас сколько времени? Минут 10? Сыр Николай. Вот так вот посидеть и покормить рыбок. Голуби. Thank you.
Дим, иди встань сюда. Нет, давай лучше ты туда, пускай тебя наказывают. То есть домик маленький таиландских жителей. В таких домах они жили раньше, когда давно, короче. Так, давайте-ка зайдем внутрь. Смотри, тут ружье у них было, да, много челюстей, убитых коз или оленей. А тут они, видимо, спали. Да? А дальше у них были дрова, кухни, наверное, да, вот. Еда, дрова, всякие ложки, вилки, поварешки и ступка. Такая вот совсем маленькая. Небольшая хата. С виду похоже на какой-то склеп. Внутри, надеюсь, выглядит нормально. О, нифига себе, судя по всему, это какой-то храм или что-то такое. Здесь, в общем-то, больница, или больница. Наверное. Здесь вот лечат человека. Либо лечат, либо хоронят, отпевают или как-то так. Ну, тут уже точно, скорее всего, морг. Абсолютно каменное сооружение, причем из таких плоских маленьких камней. Не знаю, сколько нужно потратить времени, чтобы собрать такую лоханку, но, наверное, все-таки это очень долго. Вот так вот сюда заходим. Здесь очень-очень низкий потолок, наверное, всего метра полтора. Костер, череп и разные кувшины. Больше тут ничего нет. Аборигены залазили в свои дома исключительно ползком. Заходили вот в такие маленькие дырочки. Так вот, собственно, ползком. Совсем ползком. Заходим в домик. Видим здесь рога и копыта. Не очень-то была жизнь у аборигенов.
Здесь они себе разводили костер, готовили еду, спали, ели и так далее. Все. Клаустрофобия уже начинается. Так, мы находимся на территории селения Пуями. И, видимо, они водили кроликов. Белых разных, использовали их, скорее всего, как еду, мех для того, чтобы шить одежду. Еще один поют. Будь здоров, спасибо. Сейчас попадешь. Если попаду, будет характерный звук. Еще три попытки. Три, да? Ну как вы себя чувствуете? Понравилось? Да. Зря ты не поехал. Иди сюда. Ну иди сюда, не бойся, что ты можешь. Я встречаю посетителей. Они вот так вот стоят, встречают, кстати, сторон.
Да, такой мелкой точкой. Походи по крыше. Походи по крыше. О, мы тебя видим. Ага. Ну так чуть-чуть совсем. Ну ладно, давай. Снова шарик, только уже с другого ракурса, чуть поближе, нужно рассмотреть все механизмы, детальки. Конструкция, конечно, колоссальная. Видите, никогда не могу вообще сюда прыгнуть. 6, 5 тикетов. По-русски говорят 6 тикетов. Мы находимся вот здесь. Нам надо пройти вот так вот всей грибы пешочком по берегу моря. Все, дальше красной линии типа нельзя. Два свет, видишь? А, да. Еще улитка такая. Хочешь еще кончик? Thank you.
интересный маленький рынок со всякого рода морепродуктами, едой, подарками, бусами. В воздухе такой терпкий, солено-рыбный вкус. Большинство из этих морепродуктов похожи на наши кальмары там или к пиву, вот это вот, креветки. В принципе, наверное, они, скорее всего, отсюда все и берутся. Made in Taiwan. Я нахожусь на берегу Китайского моря, которое впадает в Pacific Ocean. Все, сказать больше нечего. Наш номер в Кендине. Мы приехали сюда на 5 дней, чтобы поплавать в море, полежать, покататься на картингах и квадроциклах. Короче говоря, пляжный тюленячий отдых. Наташа, зачем тебе зонтик? Очень сильно печет? Да. Здесь все ходят с зонтиками, да, когда печет? И ты будешь сейчас до зонтика ходить. Конечно.
Красивое дерево. Какая же я обычно мои смотрите поставить. А Витя где уже там? Ой, какой красавец! Где арбуз? Да, может, давай возьмем? Да, давай. Радуга отдавала пути. Ой, как она. Находимся перед Уланским парком и сейчас, надеюсь, по канатной дороге поедем в парк сам, собственно говоря. Мама,快到了。快到了，我们再看一下。对，上面有水。
乘客大家好，欢迎到乘坐空警观览车。我们相里每秒3.6公尺，速度前往宣布下任务。高空警观览车全长382公尺，高低差有165公尺，最大斜角度32.5度。两点脑中共生关系自然落差很大，乌来溪自由南向北穿越，造成许多的悬崖瀑布。溪水不及咸水花能将空气中的氧离子带走，因为只能净化人体，是人体健康的重要元素。美丽乐园的溪流不用森林深处的任何地方，因为只能分布美丽方的超过5000米以上，所以云霄乐园的空气特别清新，好山好水的优质健康休闲环境及丰富的自然生态，是云霄乐园提供游客体验放自然的好地方。Будешь шальман? Видишь, закрыто, лодок-то нету. А с ним можно плавать? Нет. В бассейне купаться будет? Вот так. Ну, вот а нет, скорее всего, дом, шоп, это магазин. Кофейный дом, да. Потому что это... В Голландии купят все другие вещи. Слоны какие-то. Дайте. Я вас вот открыть. Ну что вы, дурачки, вообще не реагируете? Ой, вон какой здоровый. Ой, они давят друг друга. А что, они голодные, что ли? Рыбки всегда голодные. Ну, вообще, да, у них прямая кишка. Вау! Драка. Кошмар наш. Спасибо.